актрису из «Кухни» и актера из «Аритмии» избили в московском баре. Актриса Алина Алексеева, снявшаяся в сериалах «Кухня» и «Ольга», пострадала от рук пьяного мужчины в московском баре на Гоголевском бульваре. Вместе с ней был избит ее коллега, актер Борис Дергачев. «Кухня», фильм «Аритмия», пишет газета «Московский комсомолец» во вторник, 15 мая. По словам Алексеевой, инцидент произошел в ночь на 15 мая. К артистам подошел 37-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он стал оскорблять Алексееву и Дергачева, назвал их второсортными актерами, после чего вытащил 27-летнего Дергачева из бара и начал избивать. Алексеева вышла следом и попыталась помочь коллеге, бросив в голову нападавшего бокал. Тот в ответ ударил 29-летнюю женщину по лицу. После произошедшего участники драки отправились в медицинские учреждения, чтобы зафиксировать побои. Отмечается, что стороны также написали заявление в полицию друг на друга. Нападавший заявил, что не помнит событий ночи, и извинился за некрасивый поступок. Алексеева также снялась в таких сериалах, как «Дружба народов», «Вечный отпуск» и в фильме «Елки новые». Дергачев сыграл в комедии «Гуляй, Вася» и ситкоме «Девчонки». Больше ада и странных новостей в TLEGRAM канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.